Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим видео-отзыв на фильм «Проклятие». А скажите, пожалуйста, вы верите в темную энергетику, в темную силу? Я верю, потому что я сама в жизни с таким сталкивалась. Ну, это было, когда я ночевала у сестры дома, и там, получается, одновременно во всем доме потух свет. И я, в общем, находилась в доме одна, и потом, в общем, свет включился. Но получилось так, что именно в той комнате, в которой должна была спать я, лампочка якобы сгорела. И спустя где-то, ну, минуту, наверное, кто-то постучался в дверь, и я открываю, и там никого нет. Есть кто? Я была в доме. Эй! Это полиция! На этой земле, и я верю и в существование, в принципе, тех же пришельцев, там, НЛО, и потусторонних сил, потому что, ну, это проявляется во многих вещах, в том числе, и есть полно видео в интернете, и в случае, когда вот, ну, какие всякие призраки появлялись, там, полтергейсты там появлялись, и, ну, правда, я не видел их вживую, но, по крайней мере, слышал. В этой временке жил рабочий, который, ну, занимался как раз подстройка этой временки, там, внутренняя отделка, и он как-то, получается, уснул там. И как-то ночью, получается, какой-то, ну, по его словам, там оказался призрак, который буквально его там тянул за руки, что ли. Ну, то есть он не контролировал свои движения, он видел, то есть, перед собой вот это агрессивное поведение призрака. То есть... Если честно, я не посоветую смотреть такой фильм, поскольку... Все, что было показано в этом фильме, далеко от истины.